Всем хашки, с вами я, Александр, это канал AimBot, играем мы в Mortal Kombat X Mobile. И у нас испытание Старший Бог Кенши. Заходим в это испытание, в котором я подготовил уже три оставшиеся башни по одному матчу. И мы не будем затягивать, мы приступим биться с этим отрядом, который против нас. Серебряные карточки против серебряных карточек. Посмотрим, кто из нас победит. Но мы-то знаем исход битвы. Исход битвы будет в нашу пользу. А потому что мы сильнее. Потому что мы умнее и более ловкие. Но не настолько ловкие, потому что я играю через компьютер. Да-да-да, и не надо мне постоянно писать, что я плохо бьюсь. Мне постоянно пишут в игрушках: ты бьешься просто отвратительно, ты бьешься плохо, ты нуб, ты и еще какой-нибудь там. Я бьюсь плохо, потому что я бьюсь на компьютере. И управление здесь на клавиатуре не особо заточено под мобильные версии игр. Вот как-то вот так вот. Поэтому бьюсь как умею, как могу. На планшете я играю гораздо в разы лучше. Давай-ка, Китанка, давай-ка, уходи. Сколько можно на тебя смотреть и пялиться? Давай-ка ты нас пропускай, все нормально, да? Да. Во! Пялились на одно место, теперь пялимся на другое. Так, там уже здесь, как вы понимаете, если кто смотрит постоянно меня, я не могу практически оставить блок, потому что вот это вот, особо блоками назовешь. Видите, как он дергается? И на раз бывает пропускает просто блоки, не как сейчас просто, как блок-брейкер был, а вообще просто пропускает и все. Хочет и пропускает. Так, Джакс, давайте, давай-ка. Мама, успокойся. Мама, держи себя в руках. Да что ж ты меня бьешь? Свою дочку. Да я даже стрелочки не могу нажать. Окей, ушки, ладно. Джакс, я вот блок жму, он не нажимается. Джакс, давайте X-Ray. Конечно, это без пользы X-Ray, но тем не менее мы его сделаем. Хотя тут это даже не X-Ray, это просто третий спецприем. X-Ray тут нету. Тут им даже и не пахнет, как говорится. Так, окей. Сейчас нас радует Скорпион Инферно своей заставкой. Разумеется. Так, что у нас? А у нас души. Души, которые к нам перетекают. И у нас уже их становится все больше и больше. Распрощаемся с этим отрядом и берем новую тиму. Новую пачку, как можно сказать, новую команду, не знаю даже, которая будет с нами побеждать после вот, конечно, вот этой заставочки. Они немножко радуют тем, что, конечно, можно передохнуть, особенно если ты когда бьешься долгое время. Можно отдохнуть и вот так закрыть глаза и посидеть. И как только файт начинается, открываешь глаза и пошел просто всех мочить, разносить. Но, с другой стороны, если ты торопишься, и вот эти заставки, они просто тебя напрягают. Ты хочешь скорее бы закончить. А заставки идут и тянутся. А вот как-то так вот. Но, Китанка, ты меня радуешь. Ты уже, по-моему, второй раз ко мне в гости забегаешь. Ладненько. Не об этом речь. А речь о том, что тебе пора спать. И, блин, хватит меня валять. Так. О, Дивор. Ну, вот у меня вот был блок, как вы видите. И что толку с того? Он его пропустил. Вроде и блок брекера не дал. Так, хватит лечиться. Товарищи, я вас бью, а вы лечитесь. Вообще никак никуда не годится. Давай, все, успокаивайся. Китана, привет. Китаночка, вот зачем ты мне истощение делаешь? Так, ладушки, надо подключать мышку, потому что истощение это не есть хорошо. Это не есть гуд. Да, бьем тебя. Здоров еще раз. Я, видишь, тебе тяну руки поздороваться. А ты чё? А ты на меня с тесаком. Вообще нет. Неправильный ты, парень. Давай я еще ногой поздороваюсь с тобой. Вот так. Ну, ты вообще неинтересный. Вообще неинтересный. И куда ты побежал? Вот ты, блин, спартанец, марафон.
Все, заговорился. Марафонец, спартанец-марафонец. Вот. Ну, спартанец тоже, он с мечом с таким. С мачете. Так, ладушки. Ладушки. Давай-ка лежи. Давай-ка отдыхай, товарищ. Нам надо дальше идти. Нефиг нам на твою палку смотреть в руках. Так, китаночка, подружка, давай-ка ты это... Давай-ка ты нас пропустишь. Ну, что подвисло? Что такое? Вот, ну, что такое? Давайте нам что-нибудь вкусное и интересное. Я уже готов. Я уже готов получить денежки, за которые вы мне дадите серебряную карточку. Потому что я вижу, что там точно не золото. Кундзинь — это самая первая карточка, которая была, по-моему, у меня 7-го элиты. Вот так вот. Да, и наконец мы добрались до босса. Босс Кенши. Давайте-ка попробуем посмотреть, что он сможет нам сделать. А, сможет он нам сделать много больного, потому что я не поменял состав команды. Вот я лол. Сейчас он мне делать будет больно. Ну, будем надеяться, что все-таки Скорпион не из робкого десятка и сможет навалять Кенши. Блин, как же я попал. У меня там тоже был, блин, этот боец же. Сабзира, здесь Сабзира. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, меняемся сразу. Слабого бойца. Слабый боец, хотя зачем, не знаю. Затем, что... О, он что-то вообще как-то мало наносит. Ну, всякие X-Ray пойдут, всякое такое. Давай-ка обратно вернем. Так, хватит ты мне. Вот зачем истощение? Так, да, я забыл, Кенши же истощение делает. Давай. Эй, товарищ, полегче. Это не означает, что раз ты бог, тебе все можно. Вот это вот я тебе точно не прощу. Вот это я тебе никак не прощу. Если ты даже мне здесь наваляешь, вот блок ставь. Блок, молодец, красава. Вот мы все простреляли. Так, окейшки. Спецприем один. Понеслась. Ждем. Кидаем. Ладно. Не пошло. Давай. Спецприем сейчас. Давай. Спецприем. Окей, ладно. Стрелочку не нажали, зато морозили. Скорпион, давай, иди сюда. Будем выносить Кенши, как сможем. Как сможем, так и будем выносить. Блин, я стрелочку не жму. Эй, со своим истощением. Да ты заколебал. Не хочу ругаться я с тобой, поэтому... Поэтому я просто говорю вот так вот. Окей, ладно. Ну все, в принципе, товарищ, хватит. Не от того скорпиона, так от этого ты свалился и отправился в другой мир. Окей, в свой мир, в мир богов, а нам достается твоя карточка, которая нам необходима и которая нам нужна, чтобы посмотреть на ее, на нее, вот так вот скажем так. 65 душ еще в коллекцию, и того... У нас уже довольно-таки неплохая коллекция из душ собирается. И это не может не радовать. А также клинок Сента, который второй элиты. И да, как вы видите, у меня на одну карточку Кенши больше. Все из-за того, что я уже проходил испытания. И у меня, как бывает периодически, все сбросилось. А сбросилось тем болдом, потому что... Эмуляторы... Иногда глючат и сбрасывают испытания каким-то причинам. Вот как-то так вот. Но благо, что остаются все ништяки и карточка. Ну, приходится заново все проходить, это очень долго. Поэтому видео вот это очень затянулось с выходом. И уже, наверное, никто его не будет смотреть. И это тоска и печаль. Ну да ладно. А, так как по традиции я его пишу, значит пишу. Окей, что мы делаем? Мы делаем войну фракций. Посмотрим на первый и второй спецприемы нашего нового бога Кенши. А, потому что X-Ray на самом деле смотреть, ну не знаю, вы сейчас видели его два раза и включать его еще повторно, ну бессмыслица какая-то. Так, давайте состав команды сделаем какой-нибудь нормальный такой, чтобы все к нам подходило. А, фильтры долой. Фильтры у нас следующие. Надо вот это все добавить. Все вот это добавить. И посмотрим,
кто ближе подойдет нам. А нам ближе подойдет... Кто же подойдет? 10. Много. Так, у нас 2. 2 600 2 700 2 600 2 700 2 600 2 700. Есть ли тут у нас вообще такие-то? Это мало, это много. Перебор. Так, много. Да что это? То мало, то много. Ну, что-то никакого баланса нету. Нету никакого баланса даже. Кинуть-то некого сюда. Реально, вот смотрите, все либо 3, либо выше, либо 1,5. И все, и какая-то просто тоска. Реально некого. Ладненько. Некого, да некого. А, давайте тогда сделаем следующее. Подберем бойцов в начале где-то все. Листаем мышкой. Так, куда там мы улетели? У нас же, по-моему, фильтр был, нет? Не был фильтр. А, так, будет. А, фильтра не было, да? Окей, смотрим. Самых слабеньких. Кто у нас тут? Золотые слабенькие персонажи. 4, много. 14. О, это перебор просто. Это перебор. Так, стоп. Ну, все, что ли, за 1000-то никого нет. Да вы что, издеваетесь? Вот есть Котелькан, здоров. Иди и вставай. И Райден. Окей. Котелькан и Райден. Вы пойдете со мной. Вы пойдете со мной валять противникам, бить их наглые морды. Что-то я несу сегодня всякую чушь, если честно. Ну, хотя я часто несу чушь. Ладно, в бой. Это был не бой. Все. Так. Переиграл журнал битвы, бой в сети, все, потерялся. Переиграл в игру, на самом деле, проходил это несчастное испытание, которое пришлось 2 раза. У меня мозги просто кипят, просто меня начинает бомбить, и я думаю, я продержусь. Я с вами, я продержусь, я смогу. Вот, поэтому, наверное, вот так вот я и веду сегодня себя немножко неестественно, возможно, для вас. Потому что устал, простите меня. Я устал, на самом деле. Я тут до этого работал очень много. А теперь очень много играл после долгой работы. И, блин, просто меня просто выносит. Так, ладно. Не будем обо мне, а будем об этом парне. Об этом парне, который Кенши бог. Бог Кенши. Давай-ка посмотрим, на что ты способен. А на способен ты на первый спецприем толчок, который, в принципе, ты и сделал. Вот, смотрите, какой красивый блок. Тут. Он просто танцует. Я умею вот так вот. Вот так умею еще тоже. И потом получаю в мордас и помираю. Не. Я понимаю, что я... Ну, я не совсем все так хотел. Так что извиняйте меня. Извиняйте и пройдите-ка вы прочь. У вас кровотечение. Идите подлечитесь. Так, стопешечки. Нет. Бог грома пришел. Вы понимаете? Это бог грома. Это вам не так, вам просто все. И безнаказанно вам тут не пройдет. Так, и нам бы, как бы, вообще бы второй спецприем бы сразу бы накатил. А, нету там спецприема, он же не прокачан. Ё-моё. Так, ладно. Так, все. Нормально. У меня аж это, я мышкой махаю, у меня аж монитор качается, блин. Просто влево-вправо, как я мышкой начинаю двигать вот таким образом. Вот. Так, ладненько. Уровень повышен. Хорошо. Золотишко пойдет. Далее у нас... У нас далее вот такая команда. Опять из серебряных карточек и золотых. Золотой одной. Немножко я сделал паузу, потому что что-то я не понял. У меня что-то... Какой-то глюк с золотом. По-моему, у меня не было столько золота. И я вот сейчас смотрю, мне вот что-то просто... Просто очень много. Я не могу понять, откуда. Поэтому я
сделал паузу и честно не понимаю. Вроде не было. Ну ладно, я прошел практически на два раза испытание полностью. Но все равно столько не должно было быть. Не знаю, ладно. Ладно, больше не меньше. Больше не меньше. Это значит, наверное, плата за мои труды были. Не знаю только откуда вам. Главное, чтобы не потребовали компенсации за это. Обратно. С процентами. Вот. А так, в принципе, все нормально. Так, что-то я заболтался, ребятки. Наш шестой уровень, да? У нас шестой уровень, а нам надо, по-моему, какой? Десятый? Или пятый? Десятый, по-моему, надо. Давайте сейчас точно проверим. Да, нам надо десятый уровень. Нет, пятый. Смотрю и говорю, да, надо десятый. То, что открыто смотрю. Окей, забираем. И идем смотреть второй спецприем. И второй спецприем смотрим. Нас радует. Нас радует новая заставка. А в заставке Кейси Кейдж. Привет, Кейси Кейдж. Как дела? Давно не виделись. Как здоровье у тебя? Нормально ли, все ли хорошо? Все ли классно? Мне, наверное, все классно. Как говорится, молчание знак согласия. Значит, наверное, все хорошо у меня. О, да. И прям вообще неплохо было. Вот это было неплохо. Нравится, нравится мне, вот, как он дерется, в принципе, Кенши. Вообще Кенши молодец. Во всех обликах он просто тащит. Он просто тащит. Этот парень просто может и умеет нас порадовать снова и снова. Так, стоп, только не убей его. О, да, я буду сейчас нажимать. Нажимать на этот кружок мышкой это не очень. Ну, вот такой вот легкий поединок был. Кенши просто разорвал всех. Стоило немножко ему подкачаться, и все, он все затащил. Кенши может. Кенши умеет, я говорю, делать такие вещи, которые многие бойцы из Mortal Kombat не смогут в ближайшее время даже сделать. Ну, хотя новые бойцы сейчас выходят очень-очень довольно-таки сильные, и, в принципе, может быть, кто-то будет и сильнее дальше. Будем надеяться, будем смотреть. А сейчас мы просто отправимся и взглянем поближе на этого бойца. На старшего бога Кенши. Мастер единоборств, старший бог, бог клинка. Также у него пассивка. Если противники повреждены спецприемом Кенши, его напарники получают шкалу силы. Напарники старшего бога неуязвимы критическим ударом и с некоторой вероятностью наносят критические основные атаки. Вот как-то вот так все это звучит. В принципе, как это работает, ну, я думаю, всем понятно, всем понятно еще раз. Вот, ну, вот такие вот сейчас у него статы на данный момент. Вот так вот он у нас выглядит. И давайте немножко посмотрим все-таки на этого бойца, потому что мне надо все-таки какую-то превью сделать. А превью мне надо сделать будет, поэтому убрать прежде всего мышку, чтобы она как меньше смотрелась. И, наверное, вот как-то вот так будет у нас выглядеть превьюшка. Вот такой вот он просто как павлин стоит, а это вот перья в разные стороны. И все, вот такой вот он здоровый, и большой, и опасный. Ладненько, ладненько. Вот видите, вот это вот как раз означает, что я играю с эмулятора андроида и ничего такого. Поэтому я играю плохо. Поэтому меня извините. Спасибо всем, кто сегодня смотрел видео, кто радует меня комментариями, кто ставит лайки под видео. А на сегодня это все. Видео подошло к концу. И, наверное, следующее видео все-таки мы откроем какие-нибудь паки. Поэтому видео будет по Mortal Kombat не за горами. Всем пока-пока. До новых встреч и увидимся в новом видео.